утро. Доброе утро. Какие новости? У нас две новости. Может, задохнулся, может, подавился. Вскрытие покажет. Такие знаки обычно оставляют в случае убийства из мести. Адвокат Ардашев. Думал, нервишки подлечить на водах, а тут такое. Вы любили когда-нибудь так, чтобы в пропасть, без оглядки? Премьера. Где произойдет убийство? Убийство на водах. Итак, дамы и господа, хочу представить вам злодея, который сотрясает весь Кисловодск. Это... В субботу в 18:20 на канале ТВ-центр.